Лекарства нужны. Ну, наверное, я что-то в жизни сделал. Ты меня почув, парахабо. Тягай за руки. Нужны медикаменты. На тебя сразу нападают. На своем городе, в своей стране. Иди, друг. Чего у меня трогать? Люда Русанова. Мирослава Олешко Блогер. Моя фамилия Люда Русанова. Люда Русанова. Больница имени Коломейченко. Садику замерзло 35 душ детей. Это твоя провина, Олешко. Кто такой президент Порошенко? Спасай детей. Ни вет, ни мяса, ни хлеба. Вот ты пропагандист, ты парахабо. Ни апельсины, ни мандарины. Це моя вулиця, це моє місто, це народиця. Самі йди. Бо ми все про тебе знаємо. Мій отець Бату воював. Я теж воював. Я це брат погиб. Парахабо, там журба. Ну, мене трогали руками. Мандарини, апельсины, мясо, все, хлеб. Дякую. Порошенко б'є вас, б'є. Він вас вбиває. Ви з цією сумкою ходите, тому що тут Порошенко. Розумієте? Его так и затримали. После Михаила Саакашвили выслали из Украины. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Видео сняли посетители столичного ресторана «Сулугуни». На кадрах люди... Саакашвили полетів. Саакашвили дотриває. Це те, що точно відомо на цю мить. Адже... Але прихильники Саакашвили протестують біля адміністрації президента. Люди! Міхіл не проситиме політичного притулку в Польщі, не полишає надії коли-небудь повернутися до України. Нормально день пройшов. Була напруга, арештували Саакашвили. Хотів би зглавити революцію, але їм це не вдасться. Народ піднявся, проснувся, став з колін, зняв полозу з очей. В нем много людей видело действительно, действительно того человека, который может исправить эту ситуацию в Украине. Вот знаете, я приехал с Харькова, я здесь уже больше 2 месяцев. И я действительно видел, что в Семен Семенченко, что в Саакашвили, тех людей, которые... Нема, но я думаю, что они появятся. И Семен с нами, а Саакашвили, я думаю, завтра, послезавтра он прибудет в Украину. И я первый буду в тех рядах, которые будут его встречать. Я тебе дам добро. Доходим, да. Ні, я зустрів випадково, чоловік вийшов подихати свіжим воздухом, я слова за слова. Так, репортаж, більше нічого. Послухай, послухай. А зараз виходить. Ну, 12 часов репортаж не буває. Буває. Це авантюра, все. Это молдавский барыга. Я его очень люблю.